Всем привет! У нас гроза. Очередная. Где-то молния сейчас только ударила. Ох, ё-моё! Слева? Слева. Дом пойдем. Что-то как-то. Есть куда он бить, пушка такая стоит. Все сверкает. Время вечер, мы отдоились. Вот все на улице. Коровки и телятки. Ёлки-палки. Там страшно. Все, ливануло. Вот это гроза. Беги скорей домой. Промокнешь весь. Что там коровки? Валют. А ты говоришь, не польет, ага. Да, ты на уж краешке. Громыхает. За все лето не было такой нормальной грозы. Ну, чтобы прям так сильно, гром громыхал, и молния так, нет, не было. Мимо все уходило. Угу. Вот это ливанул. Что-то фокус пропал. Ё-моё, мы не успели ни телят, ни коров загнать. Свет отрубили. Свет вырубили? Отлично. Короче, сидим в темноте. В синях. Смотрим на дождь. Генератор неохота заводить. Смысла нет, все равно уже спать скоро ложиться. Уже ночь почти. Ну, вечер. Вот. Молния вообще шарашит вокруг. Ну что, все пережили грозу? Нормально? Никто не испугался? Все ночь перестояли. Ничего, промокли немножко. И все, нормально. Ну чё вы деретесь? Всем хватит. Постоянно дерутся все. Нет, надо всем из одного места есть. Вон там вообще свободно. Надо уткнуться всем в одну кормушку, в одну точку и все. И драться потом, выгонять друг друга. Любимое занятие. Да, Гергочка? Вкусно, еще бы. Прикольно так наблюдать, как они едят. Просто стоишь, смотришь. Чей тут нос? Герда, твой нос, твой рот, точнее. У нас вишня со Златой, вот они вдвоем стоят. Стали очень дрочливые. Они, не знаю, все, всех готовы отогнать, вот только вот они должны вдвоем в кормушке стоять. Все, рядом никого не должно быть. Дерутся постоянно, всех гоняют. Вот, меняются, короче, характеры у коров со временем, со возрастом.
У Злата даже какое-то выражение лица стало другое. Стала какая-то матерая такая, злобная, как даст, подойдет кому-нибудь. Милку они любят гонять с вишней. Ну, про Герду вообще молчу, ее все гоняют. Так, ладно, вы идите, мы тоже хотим. Нам тоже пора отдохнуть и поесть. Да, Вишенка? Прилетела. Кого накрыла? Дебинка. У вас еще нет кормушки. Ну, вам здесь она и не нужна. Все, завтра уже, скорее всего, если погода позволит. Вот, они у нас выйдут в новый загон. Там уже все, и кормушка будет. И для травы сена, и для комбикормов. Для дробленки. Вот, чтобы они кушали нормально. Сейчас пока так кидаем здесь им. Лорд, тебя показать? Меня покажи, да? Ой-ой-ой. Тебе тоже травки дать, пожевать? Угу, возмущается. Чавка нет такой стоит. Гектор, наш самый маленький, самый младшенький. Бусинка, ты залезла прям ногами на стол. Что ты топчешься по еде? Конечно, сейчас затопчут все без кормушки-то. Ну ладно, все равно подъедят, подберут. Все, Герда, скажи всем пока. Пока, скажи всем. Нет, ты очень занята. Многие просто любят смотреть именно на наших животных, поэтому этот ролик был для вас. А вот Плюша пришла вам сказать пока, да? Плюшенька. Плюша, да. Все. Всем пока. Увидимся в следующих видео.